Без панорамы, я думал, а как бы просто фокусом перевести. Хорошо, мама. Ты ешь, ты ешь. Ну, а можно и говорить что-нибудь? Говори. Я вот только завтракаю. Ну и что, поесть некогда было. Десять месяцев некогда поесть было, пока все это делал. Хотя, конечно, там, может, обычный человек и не увидит 10 месяцев работы, но кто знает, то в курсе. Те точно знают, что я делал каждый день и ломал себе голову, мозги. Не спал нифига. Не, конечно, спал, но... Не так, как нормальные люди. А сейчас вот меня, походу, совсем решило доконать, и последние дни голова болит. От переутомления, да и сейчас болит все это, не знаю, недосып или еще что-то. Организм уже говорит, давай уже все завязывай, надо отдохнуть. Как в нашей Раше было, некогда нам отдыхать, покуда в стране такое творится. Так вот, пока не доделал никакого отдыха. Купил себе игру новую, не сказал, не поставлю, пока не выпущу. Xbox прошить не смогу, пока тоже не выпущу игру. Много чего не смогу. И вот только вот сейчас вот выложил. И... Уже пара лайков есть, хорошо. Надеюсь, будет не пара, а пара десятков. Если будет пара сотен, так вообще здорово. Но вообще, я тоже жду, что люди скажут, что игра говно. Ну, это нормально, наверное, потому что... Мне создателю видно там какие-то там косяки, какие-то мелочи, то, что может ее погубить, но люди могут не угадывать мелодию, люди могут не понять, что вообще нужно делать. Так что... Но больше всего боюсь, чтобы не было пустого молчания. Пусть лучше напишут, что игра говно, и что игра не имеет ничего под собой, и она неинтересна, и она вообще никому не нужна, но это будет лучше, чем... Вообще ничего не скажут. Вам не так.